Левая нога у нас идет в сторону, правая нога на ляжку сбоку левой ноги, вдох и тянемся вперед. Если можем, то дотрагиваемся до ногтя большого пальца ноги, давим на ноготь большого пальца. И мы будем делать огненное дыхание 3 минуты. На вдохе сад, на выдохе нам. Шейный замок у нас обязательно имеет место. Глаза будут закрыты и коленка не сгибается. Можем начинать. Вдох. Задерживаем дыхание, замками держим. Не выдыхаем. Замками держим на выдохе. И вдох. Меняем позу. То же самое. Теперь с другой ногой вытягиваем правую ногу, левая нога идет на ляжку, правой сбоку, вдох, выдыхаем и натягиваем на себя стопу, давим на ноготь большого пальца, огненное дыхание, на вдохе сад, на выдохе нам. Oh, my God.
Задерживаем дыхание, подтягиваем бандхи, замки держим. Не выдыхаем. Опять бандхи держим, подтягиваем замки на выдохе. И вдох. И выходим из этого упражнения. Переходим к следующему упражнению. Мы будем выполнять его 108 раз. И работаем мы таким образом. Вдох, выдыхаем. И мы будем зацепляться за большие пальцы, давить на ногти больших пальцев ног. И вдох наверх, выдыхаем вниз. Вдох наверх, выдыхаем вниз. На вдохе сад, на выдохе нам, или даже без саднама, просто мы будем делать раз, два, три, четыре и так далее, такой счет. Так что можем начинать 108 раз. लख लख बरिया हो बल जाई
Замечательно. И мы пересаживаемся в следующее упражнение. Оно будет идти у нас тоже 108 раз. И мы балансируем себе гипоталамус. Мы работаем с высшими центрами головы, энергетическими центрами. Мы работаем с гипоталамусом, шишковидной железой, балансируем себе эндокринную систему. И мы будем выполнять упражнение тоже 108 раз, таким образом, что у нас правая нога будет идти в сторону, левая нога впереди, так, и у нас левая рука идет назад под углом 60 градусов, правая рука будет держаться за ногу и натягивать на себя стопу. Опять мы нажимаем на ноготь большого пальца, таким образом мы стимулируем ажну чакру и функциональность гипофиза. И мы будем делать наклоны вперед, пытаемся носом коснуться пола. И мы будем делать 108 раз. Потом мы поменяем ногу, руку, соответственно, и то же самое будем делать на другую сторону. Так что можем начинать. Время у нас даже не засекается. Мы просто считаем. Раз, два и так далее. И у нас идея вся, чтобы коснуться носом пола. Можем начинать. Oh.
Пересаживаемся теперь
по-другому у нас левая нога будет вытянута в сторону. И мы работаем теперь с левой ногой и правой рукой. Захватываем опять же большой палец левой ноги. И у нас правая рука идет по диагонали. Таким образом, вдох и выдыхаем в центр. Пытаемся лбом дотронуться пола. 108 раз. Thank you.
Очень хорошо, и можем немножко отдохнуть. Мы устраиваемся в позу ребенка и будем находиться в ней 5 минут с закрытыми глазами, глубоким, медленным дыханием через нос. Можем глубоко вздохнуть и выдыхаем. Можем глубоко вздохнуть и выдыхаем. Можем глубоко вздохнуть и выдыхаем. И постепенно выходим из позы ребенка